День семьи, кохания и безопеки провели супрацовники МНС на базе своего лицея. Адукационно-забавляльное мероприемство для шматдетных семей было организовано на передодні Международного дня семьи. Подробности в материале Ганны Каральчук. Хутка почнется лето, тому поклопотиться об безопасном отпочинку детей у час летних каникулов повинны усе, и у першую чергу их батьки. Миновито у семьи дети отрымливают первые навыки безопеки и повторяют поводины дорослых, тому им потребно бачить только становчие приклады. У сувязи с гэтым выратовальники нагадали детям и батькам, как позбегнуть незвычайных ситуаций, а так само, что робить, коли яны все ж таки здарыліся. В игровой форме показываем, как надо тушить, как пользоваться огнетушителем, что огонь не страшен, если с ним нормально обращаться. То есть дети могут позвонить, то же самое 101, 112, в игровой форме ответить на вопросы, которые они услышат от диспетчера центра оперативного управления. Им расскажут, как себя вести в лифту с незнакомыми людьми. Им покажут антикриминальный блок, где расскажут и о интернет-безопасности, о вреде наркотиков. Им покажут поведение при ДТП и что надо сделать, чтобы всего этого не допустить. До мероприемства долучилось около 100 человек. Это 20 шматдетных семей из Гомельской области. Батьки совместно со своими детьми смогли побывать в ситуациях, максимально наближенных до надзвычайных. Подчас занятков яны отпрацавали на тренажерах день при возникнении надзвычайной ситуации. Серед их были проходжение дымового покоя лабиринта, выклик ратовальников, компьютерное тестирование и тушение пожару вогнетушителем. Мы здесь в первый раз, нам очень понравилось, да, сын? Очень понравилось. Вот, подумаем, как бы после 6 класса, может, сюда придем учиться. Я считаю, что полезны такие выезды для детей и для взрослых. Полезно. Лучше приехать сюда, и как бы, чтобы здесь детям объяснили лучше, чем это объясняют в школе учители. Сем'ї паспрабавалі свае сілы ў квест-гульні з 9 этапаў і змаглі адчуць сябе ў ролі выратавальнікаў. Усім удзельнікам далі магчымасць апрануць баявое адзенне і патушыць пажар з дапамогай ствала ад сапраўднага пажарнага аўтамабіля. На пляцоўцы фотавідэазоны шматдзетныя сем'і ўдзельнічалі ў здымцы сямейных відэаролікаў, якія застануцца ім на памяць. Ганна Каральчук, Сергій Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель».